Скажи, Маргарита, что ты делаешь? Мы где? Мы находимся в клинике биорезонансная терапия. Ну, так мы лечимся всяких бактерий и микробов. Нет. После компьютерной диагностики доктор пишет вот такие вот частоты на каждую вирус, на каждый микроб. Потом эту частоту выставляет вот на этом приборчике. Лечение длится 1 час. И очень хорошо помогает на самом деле без лекарств. Конечно, ребенку сидеть целый час очень тяжело. Поэтому мы взяли с собой. Что мы взяли? Вот целую кучу игрушек, книжек. Наши любимые куколок Лол. И разные книжки. Угу. Мы вот тут изучаем. Еще тетрадку. Да, мы вот тут буковки изучаем, пишем. Квадратики. Книжики. Квадратики. Еще треугольники. Это мы изучали. Квадрат, треугольники. Что еще? Круг. А еще какие мы буквы с тобой учим? Алфавит учим, да? Мам. И еще мы изучаем девочек, мальчиков, физкультуры. Вот такой вот приборчик не идет. Никаких ни звуков, ничего. Но очень реально помогает. Проверено на себе. Убивает такие, заглушает, вернее, такие, как герпес, стафилококк, Эпштейн-Барр и другие вирусы и бактерии. А также может убивать разные паразиты.